улыбчивого и новогоднего всем настроения, сегодня я буду делать рождественский венок. У меня есть вот такая заготовочка, это искусственная елочка. Я ее уже использовала в прошлом году, она у меня была веночек на дверь. В этом году я хочу сделать подсвечник. Такая рождественская композиция будет со свечой. Я буду использовать в основном белый цвет. Это у меня будут белые птички. Они у меня вот такие вот красивые, с блестящими стразиками и такими же блестящими перышками. Я буду использовать блестящие белые бабочки. Они на прищепочках, очень красивые. У меня есть вот такие вот шарики, блестящие, всевозможные, такой разные фактуры, и блестящие, и матовые. И буду использовать вот такие вот большие снежинки. У меня будет белая свеча, и чтобы это все белое изобилие оттенить, я взяла вот такую вот проволочку синего цвета с такими блестящими звездочками. Очень красиво смотрится, она мне очень-очень нравится. Продается в магазине. Итак, начну с того, что на свою основу я одену эту проволочку. Так как она очень тонкая, я просто заверну ее в нескольких местах, чтобы она держалась на моей еловой основе. Вот так. И вот это вот у меня будет основа, на которую я буду украшать и наряжать все свои вот эти вот белые красивые штучки. Начну с птичек. Птички у меня на проволочке. Проволочку я загинаю и прям вот так вот буду сажать прям в веночек свои птички. Буду использовать их 3 штучки. Сначала я все это одену и не очень буду закреплять, так как вдруг что-то придется поменять или переставить, или пересадить. А потом, когда уже все-все-все будет так, как нужно, можно будет или клеем немножечко приклеить, или же просто проволочкой аккуратно закрепить. Вот мои птички уже сидят. Теперь буду использовать бабочки. Вот как раз тот случай, когда не нужно сразу приклеивать. Вот так вроде бы лучше. Бабочки или снежинки? Ну, сначала снежинки. Снежинки я буду прятать прям в проволочку. Вот таким вот образом. Чтобы они из-за этой проволочки немножечко поблескивали. Вот так. И сюда. Вот так. А теперь бабочками, которые на прищепочках. Я это все прищипну, и бабочки будут у меня немножечко вот так вот все это дело держать. Сюда. И еще одну. Можно в эту сторону. Вот такой веночек выглядит уже с бабочками. И еще шарики. Шарики я беру маленькие-маленькие и тоже прямо пока
вот так вот их примеряю, если все понравится, потом можно будет их капелечкой клея просто приклеить, чтобы они никуда не делись. Так, вот здесь. Вот так. И еще несколько шариков можно спрятать. Так. Ну вот, я думаю, достаточно. Вот так теперь выглядит мой рождественский веночек. Очень необычно смотрится. Бабочки и птички украшают, ну, такое очень-очень своеобразный. Теперь можно поместить в середину свечу. И получится вот такая вот новогодняя, необычная, белая, очень нарядная композиция. Вот такая красивая новогодняя композиция у меня получилась. Такой рождественский веночек со свечой. Всех с наступающим Новым годом!